Привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 22 июля, и мы опять на Димчай. И у меня для вас есть очень важное сообщение, точнее, я хочу с вами посоветоваться. Буквально сегодня я тоже получила комментарий, почему нет встреч с подписчиками. К сожалению, очень много работы, и я не успеваю, но у меня возникла такая идея. Каждое воскресенье вместе с Айханом мы ездим в разные места. Например, в прошлый раз мы были в Газипаше, сегодня мы приехали на Дымчай. Следующее воскресенье я поеду на рафтинг 29 июля. И смотрите, у меня возникла такая идея. В нашей группе ВКонтакте я выложу список ближайших наших поездок на ближайший месяц, например, на июль, на август, на каждое воскресенье. И вы уже сами решите, к какой из наших поездок вы захотите присоединиться. Например, мы напишем, что 29 числа я еду на рафтинг. На рафтинг я поеду с компанией Tiburona Tours, и вместе со мной вы также сможете поехать. Например, 5 августа, в следующее воскресенье, мы, например, поедем, на пляж Клеопатры или в Инжикум. И я оставлю точку на карте, где мы будем, и вы также сможете туда приехать. Напишите в комментариях, как вам такое решение. Мне кажется, было бы классно, потому что каждое воскресенье вы будете знать, где мы, и сможете приехать, когда вы в Алании, просто посмотреть, где мы находимся, и приехать на встречу вместе с нами. Будет очень классно, потому что я хочу с вами встречаться, но, к сожалению, не получается часто. Поэтому в описании к этому видео я выложу ссылку опять на группу ВКонтакте и опубликую список на ближайшие поездки. И надеюсь, что в следующее воскресенье кто-нибудь присоединится со мной на рафтинг, потому что Айхан не поедет, я поеду одна. И надеюсь, что с кем-то из вас тоже это будет супер весело. Ну, а сейчас мы на Дымчае. Я опять покажу вам всю эту красоту. Сейчас час дня, мы еще не кушали, очень голодные. И с нетерпением ждем наш завтрак. Ну, а сейчас гуляем по территории. Мы находимся на пикнике Бия-Сарай. Мы приезжаем обычно сюда. Мы здесь уже были. В описании к видео оставлю ссылку на нашу прошлую поездку. Но она не будет отличаться ничем от этой. Только в прошлый раз было мало народу, потому что был Рамазан. А сейчас здесь очень много народу. Нам очень нравится этот пикник. Здесь спокойно, вкусно, хорошие цены, приличные. Большая территория, и этот пикник, что самое главное, работает и зимой, и летом. Также здесь можно рыбачить, купаться, ну и, конечно же, вкусно кушать. Вот на таком автобусе номер 10 можно доехать до пикника. А также у этого пикника есть бесплатный трансфер, который вас может забрать, привезти сюда и отвезти обратно там, где вы находитесь, или из отеля, или из квартиры. Трансфер бесплатный от 6 человек, поэтому набирайте группу друзей и заказывайте трансфер и приезжайте сюда. Вот так вот выглядит вход в пикник. Вода в реке холодная, но я уже видела, самые экстремалы прыгают, купаются. Здесь можно половить рыбу, здесь можно покупаться, ну, в общем, просто отдохнуть. Пикник популярен во время выходных особенно, ну и зимой можно приехать и находиться вот в этом здании, там также есть камин. Обычно все сидят вот в таких вот бунгало, ну, можно также сидеть и за столом. Здесь есть, кстати, детская площадка наверху, вам могут выдать вот такие вот круги для купания, официанты бегают, потому что много народу. Вот там вот наверху находится детская площадка. Сегодня очень много народу. Мы сели в самом конце. Сейчас я вам покажу. Прямо около воды. Надеюсь, что нам уже принесли завтрак. Нет, завтрак нам еще не принесли. Вот наша бунгало. Вот
такой вот у нас завтрак сегодня. Половину мы уже съели, грибочки, разные виды сыра, картошечка запеченная, еще сыр, огурчики, помидорчики. Вот здесь вот еще грибы. Ну и, конечно же, хлеб и яичница. Ну и много-много огурцов. Очень-очень вкусно. Ну и, конечно же, турецкий чай. Так, мы все покушали сейчас, Айхан. Уплывает. Вот такая вот у нас беседка плавающая. Ну что, друзья, сейчас мы с Айханом идем чуть-чуть прогуляться еще раз. Возьмем сейчас колу в баре и пойдем пофоткаться. Колу. Вот здесь бар. Кола, кола, очень жарко. Хочется попить. Здесь также можно взять колу, пиво, да, пиво и свежевыжатый сок. Башка и сидя вар. Есть вода. Жакто-бира, кола, виски. И вот такую вот вкуснятину здесь подают. Это закуска. Буй чейлер, да имя? Закуска. Здесь так много народу, что вот этот дядечка, он здесь босс, самый главный. Видите, сам бегает с заказами, все контролирует. И мы потом с ним поговорим, если получится. Ну что, друзья, мы гуляем здесь с Айханом. Мы решили провести эксперимент. Здесь очень сильный напор воды. И как вы думаете, что будет, если я сюда засуну свою руку? Ау, вот такой вот эксперимент. Капотелок. Ну что, дорогие друзья, наш воскресный день на дым-чай заканчивается. Сейчас мы уже уезжаем обратно. Народу здесь много, народ отдыхает, развлекается. Но у меня для вас есть еще очень интересная новость. 18 числа мы уезжаем в Карс. Помните, я вам говорила в июне, что мы собираемся на поезде ехать из Анкары в Карс. Так вот, в тот байрам, в те выходные, нам билетов на поезд не хватило. А сейчас мне удалось их выкупить, потому что купить билеты на байрам на поезд, в купе двухместное, комфортное, ну это как, знаете, как в казино выиграть. Поэтому едем мы в Карс 18 числа и вернемся только 26-го. Поедем по Турции на поезде. Сначала на скоростном поезде до Анкары, потом с Анкары в Карс, из Карса в Сивас, в Диарбакыр и просто потрясающей красоты город Мардин с невероятной историей. Такого вы еще не видели. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписан, будет очень интересно. Я вам расскажу, покажу, как выглядят поезда в Турции, сколько стоит билет, а стоят они очень мало. В общем, это будет путешествие, которое мы планировали давно, и наконец-то оно свершилось. А вот Айхан. Айхан, гиделим мы? Гиделим. Ну что, друзья, мы уезжаем с пикника. Айхан, сен бендин мы? Наден? Насын наден? Наден бендин, меселя. Терин, жанды. Зен. Да, нам нам очень понравилось, вкусно, прохладно, ну, в общем, супер. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии. Вся самая важная информация в описании к этому видео. И еще, друзья, хочу сказать, что теперь в описании к каждому видео я буду оставлять ссылки на все самые интересные места в Алании, полезные. Поэтому всегда заглядывайте в описание к видео. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.